Питер, выходи! Питер, выходи! Питер, выходи! Питер, выходи! Задержали человека в белых одеждах. Всех сажают в маршрутку. Уже примерно человек 30. Какая причина задержания? Мы видим, что мест сидячих не хватает. Люди стоят в маршрутке. Вот так вот. Проводили. Пронесли человека. Ой, ой, что-то как-то жестко. Очень жестко. Очень жестко. Держим дистанцию 1.5 метра от сотрудников полиции. Не находимся рядом. Заломали так тут. Взломали ей руку. На куртке у нее написано было No War. Нет войны. Все, перегородили полностью. С гостинки не выйти в сторону Аничкова. Как символично. Музей пыток. И вот это... Нет войне! 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 Сейчас будут винтить чувака с флагом яблока. Опа! Две колонны идет по Гороховой, да? Садовой решили идти. Одна и вторая колонна. Ленточка. Смотрите, тут очень красиво. Да? Покажите-ка. Это ребус. А, это ребус. Путин. Дальше какой-то фаллический символ. И дальше ЛЛО, понятно. Да. Идем прямо! Прямо идем! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Вот наш как город разрушается. Нет войне! Нет войне! Какая-то стройка. Нет войне! Это даже не стройка, это заброшка. На мойке. Мы за мир! Мы за мир! Мы за мир! Мы за мир! Питер, выходи! Питер, выходи! Питер, выходи! Питер, выходи! Сейчас идем по Гражданской улице. Есть у нас и такая улица. Здесь у нас еще улица Мира. Да и что? Все, забрали. Кого-то пытались посадить. Какие-то разбросали. Что-то такое вообще. Серпантин какой-то. Символ Украины. А, ну точно. Символ Украины разбросали вот серпантинки желто-синие.
правильный лозунг. Это нищета, война это смерть. Ой. Я иду спокойно. Там кому-то плохо стало в этом автобусе на гостинке сейчас. Что-то интересно, руки за спиной у них. Руки за голову, вернее. А почему интересно руки за голову?